В здании новой школы рабочие штукатурят помещения, проводят электричество и делают сантехнику. Железобетонный каркас возвели на 90%. Наполовину готова кирпичная кладка. Как идет строительство важного для самарцев объекта, на контроле главы города. Елена Лапушкина приехала проверить ход работ. Практически закончено перекрытие третьего этажа. Приступают к отделочным работам. Видимо, штукатурные работы ведутся. Видно, что уже ищут колористические решения, да, для классов. И это приятно. Я вижу, какой объем техники на данной стройке находится, какое количество людей здесь работает. Видно, что работы разделены. Кто-то ведет черновую отделку, кто-то ведет строительство. Такая организация работ откровенно радует. Я понимаю, что в сроки мы должны улаживаться. На следующей неделе подрядчик завершит благоустройство участков под спортивные площадки. Ежедневно здесь трудятся около 160 человек и 10 единиц техники. Новую школу строят на территории бывшей базы «Экономист». Здание будет трехэтажным. Оно рассчитано на 600 учеников. Количество классов с 1 по 11. Сегодня приступим к монтажу систем вентиляции. Приступили к наружным сетям. Она не типовая школа. Проект неплохой, я считаю, хорошо разработан, проектировщики молодцы, быстро реагируют на замечания, решения дают своевременно и быстро. Планируется, что новая школа на 5-й просеке будет готова к концу года. К этому сроку подрядчик должен полностью завершить все работы на объекте. Елена Малютина, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.